Рядом со мной участник турнира Абадан Файтинг Чемпионшип, соглавный бой вечера за пояс чемпиона Юрий Горбенко против Мурата Хантураева. Юрий, приветствую вас. Приветствую из Украины. Скажите немного пару слов о вашем сопернике Мурате Хантураеве. Мурат Хантураев классный, клевый парень, сильный, опасный. Ну, мы этого не боимся. Чтобы быть лучше, надо драться с лучшими. Так что и всем советую, деритесь с самыми лучшими. Как под него готовились? Если все зависит от одного точного удара. Кто первый попадет, тот и выиграл. Будем стараться. Вот летом Мурат Хантураев дрался в рамках выставки Экспо за пояс чемпиона Алаш Прайд против Юрия Проценко. Да, и потерпел поражение. Как раз ваш соотечественник и ваш одноклубник. Вот этот бой вам помог при подготовке против Мурата Хантураева? Конечно, я перед этим с ним был, приезжал в Николаев, у нас сборочный клуб, на сборы. И там провел с ним один тренировочный день, мы с ним проборолись. И я думаю, это и помогло ему выиграть этот бой. Я так надеюсь. И видел ваше обращение в инстаграме Мурату Хантураеву. Мурат никак не отреагировал, только в своем инстаграме это запостил, но ничего не подписал. Вы же к нему, скажем так, применили приемы трэш-токинга. Это было специально так? Или просто да, само выяснилось? Там ничего обидного не было сказано, все в рамках приличия. Все в рамках приличия? Все в рамках приличия. Ну, я не думаю, что Мурат Хантураев подтвердил бы, что все в рамках приличия, но тем не менее, клетка, думаю, покажет. С нами был Юрий Горбенко. Спасибо за интервью и ждем боя против Мурата Хантураева. Всего доброго, ставим лайки, ждем. Удачи. Спасибо.